это Пьер де Рансар. Вот он сколько базальных выпустил, умничка моя. Я его омолодила, 3 побега больших вырезала старых. И он мне дал много базальников, там внизу видно. Так, вот это он, бутоны, уже такие булочки хорошие, уже вот. Это вот чайно-гибридная роза, вымершая в ноль. Не знаю, безымянная, красная. Маликорн. Тоже вот гроздочками. Я ему нечаянно снесла один базальник, так он удочку пустил такую. Вот это маликорн с удочкой. Это король Артур. Вегетажкой сажала осенью. Один бутончик мне покажет. Это Ханс Ганавейн в пионах. Ну вот сейчас пиона я срежу на букет и немножко освобожу бедолагу. Он, конечно, тут ему тяжело, тоже он гроздьями такими цветет.